В рамках визита в Нью-Йорк министр иностранных дел Руслан Казакпаев встретился с избранным председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что с октября прошлого года в республике происходят политические преобразования под аналогичным девизом «Умют – надежда». В свою очередь председатель Генассамблеи Абдулла Шахид отметил, что Кыргызская республика является важным партнером ООН в Центральной Азии и выразил уверенность на те, тесное и плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном в рамках деятельности Генеральной Ассамблеи ООН. Руслан Казакбаев информировал председателя Генассамблеи ООН об инициативе президента Садыра Джапарова о проведении пятилетия действия по развитию горных регионов и призвал поддержать ее. Абдулла Шахид поддержал озвученные инициативы Кыргызстана и выразил готовность принять участие в саммите «Центральная Азия ООН».